И я вернулся. Да я, собственно, никуда и не уходил. Все это время я занимался самым масштабным обзором на канале. Позже про это расскажу. А пока представляю вам абсолютно новую, ни капельки не заезженную, эпичную рубрику. Летсплей по Майнкрафту. Но в виде анимации. Правда, я гений? Эй, каратист! Я убрал все моды, можно добывать дерево. Да, пока что это полностью ванильная игра, но если захотите, чтобы я поставил какой-нибудь мод, пишите его название в комментариях. Можно любые, на декор, на оружие, реалистичные. Главное, не слишком сложные. Верстак готов, и самая первая деревянная кирка. Не бойся, друг, я тебя никогда не брошу. Апгрейд? Свинка! Или любого другого моба. А после выбить с него кость. Я ее убивать не буду. Свиньи милые. Это единственные животные в Майнкрафте, которых я не трогаю. Такие у меня принципы. О кровати можно не беспокоиться. И как же тут красиво! И я даже не знаю, куда нам направляться. Пока мы плывем, скажу вам, что видео про зомби, которое я делаю уже целый год, готово на 40%. Мы еще встретимся. Да, ждать еще долго, но поверьте, это будет круто. Ого, нифига, глина! Ауч! В этом выживании я планирую построить кирпичный дом, так что она мне еще понадобится. А еще я вижу глазатых. Здрасте. Привет. Привет. В смысле, я тебе не нравлюсь? Слышь ты, фермер недоделанный, твоя пшеница, да? Ну, получай! Получай, мразь! Ну, получи! На! 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 Козёл! Ой, уже ночь! Эй, малыш! Ёпта! Вот это сом приснился, охренеть! Чуваки, вы чё, отцы этого паренька? Ладно, ладно, все, ухожу! Не бейте! Дебилы! Это же джунглевый храм! Говорят, что его построил Херобрин, мёртвый брат ночи! Но мы ж не дебилы, чтоб в это верить, правда? Ау, здесь кто-нибудь есть? Ты впал очко! Маслик, ты впал свое очко! Что? Друзья, поставьте лайк, если вам тоже очень страшно. Только благодаря вашим лайкам я выберусь отсюда живым. Я просто наступил на ловушку. Что же нас ждет в этом сундуке? Бамбук? Много бамбука? О, седло! В следующей серии надо будет завести собственную плотву. Ну или свинку. Пишите в комментах, какой вид транспорта мне выбрать. Я очко поставил? Да кто там? Ого! Видимо, этот чел тоже любил летсплеить страшные места. Я очко проиграл. Давай ты хотя бы здесь не ври. И еще один сундук. Железо, золото... Кости. Интересно.
интересно, кто-нибудь вообще задумывался, что в сундуках Майнкрафта делают кости? Возможно, ночь каннибал и прятал остатки своих жертв в подобных данжах. Или жители деревень хоронили своих умерших товарищей в этих сундуках. Какой-нибудь гридлок обязан следовать на свою великолепную теорию. О, вы только гляньте! Да это же идеальное место для дома! Студия «Кровь из ушей» представляет песню «В Лейлам строит дом», часть первая. Парапата и кирка, вот и все мои друзья. Вместе команды работают быстрее. Мы все друзья, мы всегда веселее. Сначала схемы, затем пол, а после стекла и стол. А также пара сундуков, так рыжеважки слов. Ночи, днем, не важно мне, больше вижу, что ли, не. Места нет, вот это проблема, уж такая-то система. Адесита не хватает, маме кирка откопает. Ты стекла немного надо, и готов моя ограда. Неплохо, да? Думаю, второй этаж и крышу я сделаю потом. Я сделаю потом! О, привет, папук! Привет, папук! Какой ты красивый! Назову тебя Глист. Тебе нравится? Ты че, сломанный какой-то? Нравится! Отлично! Пришло время проверить пещеру неподалеку от дома. Уголь, железо и пара зомби внизу. А вроде ничего не предвещает беды. Ёпта, только песок и остался. Пойти накопать булыжника, что ли? Жопа. И так дотянулось. Ай! О, отцепись от меня! Глист! Вот же черт! Это было просто. Глист. Кажется, на этом все. Кушать. У меня нет для тебя еды. Кушать. У меня нет. Ах да. Мне уже лучше. Пещера мне пока рано. У меня есть железо на броню, так что в следующей серии я дам отпор этим тварям. Они меня не одолеют. Одолеют? Тыц! Напишите в комментариях слово «выживание», если досмотрели до этого момента. И лайк поставьте, вместе с нажатием на кнопку подписки. Так я пойму, что эта рубрика вам интересна. А я, в свою очередь, постараюсь выкладывать такие простенькие видео хотя бы раз в месяц. Уверен, бесконтентовый период длиною почти в полгода больше не повторится. Повторится! Глист! Пока. Пока!